15 декабря в Национальной академии наук Азербайджана при совместной организационной поддержке НАНО, Министерства образования, Министерства молодежи и спорта прошел первый съезд молодых ученых Азербайджана. Руководитель администрации президента Азербайджанской республики академик Рамиз Мехтиев прочитал поздравительное письмо президента Ильхама Алиева участникам первого съезда молодых ученых Азербайджана. Президент НАНО академик Акиф Ализаде отметил, что мероприятие организовано в соответствии с государственной программой «Азербайджанская молодежь 2017-2021 годах», утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева от 15 сентября 2017 года. Говоря о значимости мероприятия, академик Акиф Ализаде выразил уверенность в том, что съезд внесет свой вклад в выполнение предусмотренных в программе задач, связанных с интеллектуальной молодежью. Выступивший на съезде министр молодежи и спорта Азад Рагимов рассказал о проводимой в стране молодежной политике. Министерство молодежи и спорта реализует ряд проектов, нацеленных на повышение подростков и молодежи интереса к науке. Исполняющий обязанности министра образования Джехун Байрамов сообщил, что общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и его достойным продолжателем президентом Ильхамом Алиевым подписано большое количество указов и распоряжений, направленных на развитие науки и образования, и подчеркнул, что сегодня для удовлетворения потребностей экономики в стране идет подготовка высокоспециализированных кадров и ученых. Затем была принята декларация первого съезда молодых ученых Азербайджана. Шакир Гурманов, Авкан Пуладлы, Азертадж.